Итак, приветствую с вами, друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. Сегодня просто ветер, ну, офигеть просто можно. Поэтому, может быть, связь будет не очень хорошая. Приехал сегодня в жилой комплекс, а, точнее, апартаментный комплекс «Моравия». Почему я сюда приехал? Да я сейчас вам все расскажу. Ну, во-первых, интересная локация. Очень хорошо и красиво все сделали. И, знаете, вот как с любым другим объектом, как с жилым комплексом «Атлантис», как с жилым комплексом «Кватро», были у администрации определенные суды, что-то пытались, что-то вымогали, но ничего не получилось. И я просто не мог этот объект снимать, потому что меня просто захейтили бы в комментариях. Типа, вот, там суды, там то все. Но сейчас это законный объект. Да, ветер, пытаюсь уйти от ветра. Но сейчас это законный объект, притом даже красивый, интересный, один из самых красивых объектов в городе Сочи. И здесь на данном этапе есть и детская площадка, и спортивная площадка, и игровая площадка. И, как вы видите, чистые дворы, никто на тротуарах не паркуется. И, конечно, покупает. Да, вот смотрите, вот посмотрите, да, как все красиво сделано. Даже входная группа. И где лифт, прям реально чувствуешь себя с человеком. Хочется тоже сделать акцент на парковке. Парковка действительно крутая. На этой парковке реально жить можно. И самое интересное, что именно с парковки можно подняться спокойно в, например, в свою квартиру, точнее, в свой апартамент, ну, не напрягаясь, просто на лифте. Это действительно хорошо и прекрасно. Чувствуется, что качество, конечно же, на самом высоком уровне. Ну, давайте я покажу все-таки вам небольшую квартирку, небольшой апартамент, всего лишь 19,5 квадратных метров, санузел выделен, ну и, конечно же, бросаются в глаза дорогие оконные группы, я сейчас на них обращаю внимание, потому что от окон много чего зависит, ну и, конечно же, вид, ребят, вид, еще раз вид, вид на море, на свою территорию, и, конечно же, вид, конечно, потрясающий. Что хорошего, да, ну это вот для отдыха самое то. Потому что все-таки эти апартаменты в основном покупаются для отдыха, для сдачи. Сдавать вы можете посуточно на законных основаниях, соответственно. И, конечно же, это подкупает. Подкупает, еще раз подкупает. Другое дело, что цена. Ценник здесь сейчас за данный апартамент 450 тысяч рублей за квадратный метр. И стоит 8 миллионов 640. В целом, не знаю, мне нравится, вот как бы вот именно качество, вот действительно достойное. Даже двери, да, посмотрите, вроде мелочь, но двери действительно тоже хорошие, окна, все вот этот прям располагает к покупке. Поэтому давайте посмотрим еще варианты. Еще раз хотел бы показать коридоры, ну, действительно крутые. Давайте посмотрим с вами 83-й апартамент. Он у нас чуть побольше предыдущего, угловой. 28 квадратных метров. Ну и, соответственно, ценник. Сейчас я вам точно скажу, чтобы не наврать. Ценник 11 миллионов 886 тысяч рублей. Это 420 тысяч рублей за квадратный метр. В целом, вид у нас идет на соседний бассейн. Соседний дом. Кстати, здесь дома просто безумно дорогие, потому что мы находимся на горе, которая называется у нас Благодатная. Ну и, соответственно, здесь все очень дорого, все очень, скажем, стильно. И земля здесь всю жизнь была одна из самых дорогих земель в городе Сочи. Потому что вот именно богатые люди, те, которые могут себе позволить, да, вот данный микрорайон, потому что считается самый экологически чистый, живут здесь. Соответственно, здесь у нас есть дом и Миллера, здесь у нас есть домик и Пескова. В общем, много кого есть интересного. И вот, в принципе, эта студия уже побольше, поинтереснее. Даже можно выделить спальню. Вид на море со всех окон. Я считаю, что это прям очень интересный вариант. И в целом, конечно, берет комплекс не только своим расположением, но и качеством. Качество, конечно, здесь прям на зависть любому застройщику. Очень хорошо все получилось, достойно получилось. Претензий нет. Рядышком вы видите, да, просто огромнейшие дома. Здесь вы видите, это все частные дома. Ну и, конечно же, до поры до времени, там буквально там 15 лет назад сюда
Въезд был только для своих, здесь стоял шлагбаум. Просто так сюда проехать в этот микрорайон никто не мог, вот именно в эту локацию. Ну, сейчас времена поменялись, и, соответственно, теперь есть возможность не только там купить дом за 150 миллионов рублей, но и есть у вас возможность приобрести, в первую очередь, это у нас апартаменты. И, соответственно, да, как бы можно жить спокойно, поживать и добра наживать. Он уже поболее, уже тот, который уже можно использовать для жизни. Соответственно, удачная планировка, можно выделить отдельно кухню. И, конечно же, все тоже сделано безупречно, все хорошо сделано. Начинается они от 15,5 миллионов рублей. Не такой видовой, как предыдущий. Но в целом все равно здесь вид вполне себе достойный. На красивые корпуса, на дорогие дома, одни из самых дорогих домов в городе Сочи. Ну и, в общем, такая хорошая, удачная планировка. 37 квадратных метров начинается от 15,5 миллионов рублей. Поэтому, кстати, здесь предложений осталось не так много. По большому счету здесь всего лишь 18 апартаментов, все остальное раскуплено. Поэтому я думаю, что еще, наверное, пару месяцев и все здесь добьют. Потому что, например, я приехал, и все равно люди приходили и смотрели. Может быть, и не купили, но приходят, смотрят, потому что действительно объект такой-то интересный. Интересный, в котором хочется жить, где ты себя чувствуешь комфортно. Давайте посмотрим еще один вариант. Кстати, чуть меньше 30 квадратных метров. Прямая, удобная. Ну и, соответственно, здесь у нас уже, как говорится, открывается вид. Вид на свою территорию и на море. Правильная форма. Я бы, конечно, если бы ее покупал, сделал бы себе просто студию. Потому что я думаю, что квартира однокомнатная начинается от 50 квадратных метров, двушки начинаются от 80, ну и трешки начинаются от 100. То, что многие пытаются из 40 квадратных метров сделать двушку, ну это, конечно, бред. Вот, ну, хорошая, просторная гостиная. Зашел, чувствуешь себя комфортно, окна в пол, потолок не давит. Красота! Красота, еще раз красота. Ценник начинается от 11 миллионов рублей. Соответственно, есть этажом ниже, есть в других корпусах. Но сейчас мы находимся в самом лучшем корпусе, он же самый видовой корпус. И вот от 11 миллионов рублей вы можете себе приобрести. В целом, мне понравилось. Хочется отметить, что всего лишь получается у нас по 5 квартир. Ну и, конечно же, лифт. Так вот, здравствуйте. Лифт у нас зонирован. И тем самым ты себя здесь чувствуешь, мягко говоря, комфортно. Есть консьерж. Соответственно, здесь мы видим с вами схему с первого по третий этаж и с первого по восьмой. Мы были с вами на восьмом этаже. Лифт тоже современный, бесшумный. Приятно на нем кататься, в конце концов. Есть управляющая компания. И что бросается в глаза, это тишина и спокойствие. Ну, реально тихо, хорошо, комфортно. Управляющая компания контролирует стройку. Тоже это большой плюс. Никогда в праздники штробить, долбить не будет. Ну, это прекрасно. Еще раз, что подкупает? Подкупает это парковка. Хорошая, нормальная, полноценная. Кстати, парковки вы тоже можете здесь приобрести. Парковка стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. И парковка будет ваша. Если, например, мы сравним даже с жилым комплексом «Сокол», то в «Соколе» парковка стоит, получается, без малого 7,5 миллионов рублей. Если мы сравним с жилым комплексом «Остров мечты», то там парковка стоит от 2,5 миллионов рублей. Поэтому, в принципе, учитывая, что парковка есть действительно хорошая, посмотрите, да, широкие места, вот в отличие от того же самого «Сокола», ну, там, потому что реально узко, здесь, я думаю, что вам будет прям комфортно парковаться. И все-таки видно, да, даже по парковке, ну, качество реально бомба просто. Извиняюсь за качество, ветер просто очень сильный. Так вот, если, например, мы посмотрим, да, это огромнейшая территория, это красивые дома, все хорошо сделано, много зелени. И, конечно же, это подкупает. Потому что, учитывая, что, например, взять ту же самую Первомайскую,
Обычно там стоит отдельно стоящий дом, ни территории, ничего. Здесь же есть своя территория, очень много зелени, красивый, достойный жилой комплекс. Ну и, конечно же, сейчас у них все идеально с документами. Ни один юрист не придерется, ни один юрист не запрокурит. Поэтому, конечно же, я считаю, что если вдруг кто-то хочет прям что-то такое, да, вот именно жить в том районе, где у нас живут те люди, которые, не знаю, там что-то там в жизни добились даже больше, потому что дома здесь начинаются от 150 миллионов рублей, а вот апартаменты вы можете купить за 8,5 и жить в окружении вот этих вот успешных людей. Все-таки, когда ты живешь в окружении успешных людей и сам становишься успешным, когда ты начинаешь себя окружать менее успешными, ты сам волей-неволей берешь и падаешь на их уровень. Поэтому, ребят, данный апартаментный комплекс не для каждого, но в целом, вот я здесь сейчас нахожусь, мне понравилось. Действительно, приятно снимать такие объекты, которые являются эталоном качества в городе Сочи. На этом я с вами прощаюсь. Вам всем желаю хорошего настроения, вам всем побольше позитива. Короткий получился обзор, ну, по одной простой причине, потому что очень сильный ветер, но невозможно здесь гулять. Сегодня в Сочи очень холодно, знаете, плюс 6 градусов, ощущается, как будто минус 20. Всем добра и пока!